травматологическом пункте Пинской центральной больницы осуществляют экстренный и повторный прием. Там, где скорые подъезжают рядом со входом в приемный покой, вот там вход на экстренный прием травмопункта. Там травматолог-ортопед оказывает помощь круглосуточно. В рабочие дни, и в выходные дни, и в ночное время помощь оказывается пациентам круглосуточно. Что касается повторного приема, то повторный прием работает только в рабочие дни, в рабочее время. Оперативная помощь при травмах оказывается при экстренном приеме. Здесь поток посетителей прогнозировать сложно. В 2014 году за срочной помощью в травмпункт обратились 18 575 человек. В этом году это число пока немногим выше 17 тысяч. И по прогнозам медиков предыдущий показатель не будет превышен. На экстренном приеме оказывается помощь всем тем пострадавшим, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи. То есть то, что произошло в недавнее время, до 2 недель, если травма произошла. И там оказывается помощь тем людям, которые нуждаются в помощи сиюминутно. В коридоре у кабинетов повторного приема, как правило, немноголюдно. Работают 2 врача в первую смену и 2 во вторую. Так что пациентам не приходится долго ждать в очереди. Если человек уже получил экстренную медицинскую помощь на экстренном приеме, либо у человека есть заболевание травматологического профиля, то ему оказывается помощь на повторном приеме травмопункта. Следует также отметить и число травм, полученных гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Почти 600 нетрезвых человек в прошлом году были доставлены с различными увечьями в пункт экстренной помощи. В этом году этот показатель менее 500 обращений. Приближаются новогодние праздники. У нас такой менталитет у людей, что это все связано зачастую с употреблением алкоголя. Поэтому убедительная просьба в том, чтобы все были аккуратны, предельно аккуратны и доброжелательно относились друг к другу. Потому что зачастую травмы происходят за счет того, что люди употребляют алкоголь и не всегда адекватно оценивают обстановку, то, что может произойти. Поэтому движутся праздники, в празднике это все хорошо. И хочу пожелать всем, чтобы праздник оставался праздником, чтобы праздники ничто не огорчало или не омрачало, особенно поход в травмопункт.